новый художественный коллектив современной хореографии «Мастерская танца» Правобережного городского дворца культуры. Художественный руководитель коллектива Светлана Кулешова. Доброе утро. Доброе утро. Светлана, вы, наверное, давайте доброе утро еще разочек всем воспитанникам. Да. И все-таки к вашим талантам. Здорово. Попала я как будто, знаешь, в атмосферу мюзикла даже какого-то. Да, мне вот кажется, это и есть какой-то не просто номер. Вот, все такое смешение стилей. Очень здорово. Пока ребята и девчата отдышатся, давайте расскажем, что за жанры, какие стили тут сочетаются. Действительно ли ощущение мое верно? Да. Ну, начнем с того, что это отрывок из спектакля «Истории забытого парка», да, премьера которого состоялась у нас в прошлом году. Работаем мы, если на звук обратили внимание, да, под аккомпанемент Красноярского духового оркестра, то есть это живой звук. Вся программа поставлена по эпохам 30-е, 60-е, 70-е, 90-е и, соответственно, полностью развитие джаза, то есть джазовой культуры. То есть частично как-то ощущение все-таки правильное, да? То, да, чего конечно. Хотели добиться, безусловно. Да? Это очень хорошо. Но сейчас мы знаем, что вы еще работаете над новой программой «Лед». Абсолютно верно. «Лед» пока рабочее название. Премьера программы у нас состоится весной, как обычно. Опять же, это будет живой звук вновь. Мы 2 года уже работаем только на живом звуке. В новой программе это будет рояль, скрипка, акценты доминирующие с артистами Красноярского театра оперы и балета. Это что-то про фигуристов? Да, нет, почему? Нет, да. Нет, абсолютно не про фигуристов. К фигурному катанию это не имеет никакого отношения. Здесь именно акцент пойдет на структуру, на форму. То есть лед имеет очень много оттенков, лед имеет очень много форм, лед может застывать, может таять, может именно переходить. Как, то есть именно, материал, именно да? Пластика. Хореография, да, отразить. Да. Ну, судя по тому, какая база есть у ваших воспитанников, это им, безусловно, они же еще удастся. И гимнастки, получается. Вот да? У них акробатика, да, есть гимнастические упражнения, хореографические стандартные, ну, которые, да, в классике, как это называется, фуэте, или подскажите мне, да? База, да, база, конечно, в обязательном порядке классическая балетная хореография. Очень большой блок внимания уделяется джазовой хореографии. Очень много акробатики, потому что трюки – это элемент шоу, это в обязательном порядке. И вот наши ребята, конечно, 5 дней в неделю, по 2,5 часа, по 3 часа на репетициях, вот. На дополнительных занятиях. Светлана, просто, да, предвосхитила, да. Но это же приносит плоды. Участие в различных конкурсах, победы. Вот недавно вы тоже участвовали в конкурсе. Да, международный фестиваль искусства «Сибирь зажигает звезды». Ребята у нас во всех категориях стали лауреатами. Я им очень горжусь, они молодцы. Конечно, это дает свои результаты. Мы часто спрашиваем о костюмах и вообще, в принципе, о том, как занимается. А сегодня, вот в преддверии 23 февраля, все-таки хотела спросить, как ты выживаешь в женском коллективе? Вот у вас номер, который... Тебя поздравляют с 23 февраля, девчонки? Да. Что дарят? Поздравляют. Просто поздравляем и все? Нет, дарят подарки. Например, ну давай уже, скажи, какой? Ну, бывает, шоколадки дарят. А, шоколадки, чтоб ты... Светлана иногда разрешает вам шоколадки. А вообще приходится соблюдать какой-то определенный рацион? Как это называется? Да, конечно, диета есть специальная, я уверен, более чем. А вот давайте и спросим у детей, правда или нет? Да. Девушки, держите постарше, ну. Ну, это да, такая дилемма в хореографии. Что не едите? Что не едите? Все едим. Все едим, потому что много занимаемся, да? Ну, в любом случае, наверное. Есть какой-то один... Вообще, как относитесь к джазу? Вот здесь есть как раз элементы такие. Вам, как, наверное, поколению, где популярен хип-хоп и всякие разные уличные, да, стили, вот вам ретро, вот такие хореографические вещи. Как к ним относитесь? Чем они, как вы думаете, привлекают и танцора, и зрителя? Ну... Как много слов было в этом вопросе, что девчонки несколько растерялись. Да, я думаю, любимый что... стиль танца просто и все. Скажите, какой у вас? Джаз. Джаз. Все-таки вот ты говоришь. Подсказала. Так, круто. Образцовый художественный коллектив современной хореографии. Мастерская танца Правобережного городского дворца культуры. Светлана Кулешова, художественный руководитель коллектива. И труппа.
Да, как минимум. А вот такая, она, я так понимаю, у нас в малом еще составе, да, представлена? Да, конечно, безусловно, потому что студия ограничена. Обратили внимание, да, что мы... Тут... Да, мы видели все элементы, да, зрители не все. Это, очень малая часть. Технически обусловлено, поэтому мы предлагаем вам приходить на живые концерты. Выступления, да, этого коллектива и как раз послушать и живую музыку, и посмотреть вживую на замечательных артистов. Спасибо, что артистов. Вы сегодня нашли время к нам прийти с утра пораньше. Спасибо. Вам успехов, спасибо. Вам новых достижений.